Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для автофарма конфет. Вот, как вы знаете, то что в Cyber Simulator сейчас вышел новый ивент. Вот, и чтобы, получается, открыть хэллоуинское яйцо, вам нужны конфеты. И сегодня я вам покажу специальный скрипт, который собирает автоматически вот эти вот конфеты, которые здесь на локации. Вот. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать ReExploit. Так, нажимаем вот на этот шприц. Здесь работает автоинжект. Так, все, мы заинжектились, отлично. И вставляем вот сюда скрипт. Скрипт тоже будет в описании. Так, и как видите, вот он начал тпхаться. Конфета собирает, вот здесь вот прибавляется. Как видите, скрипт рабочий. И смотрите, чтобы его, получается, отключить, вам нужно сделать reset. То есть вы умираете, и он у вас отключается. Чтобы заново его включить, вам нужно заново опять вот здесь нажать кнопочку Exclude. Вот. Но, конечно, этот способ фарма конфет такой себе, я бы сказал, даже медленный, очень медленный. Выгоднее всего, получается, зафармить конфеты с помощью босса. Вот сколько там до босса осталось? 47 секунд? Ну давайте, в принципе, подождем. Значит, смотрите. Вот в предыдущем видеоролике, там несколько дней назад, у меня был видеоролик тоже по Cyber Simulator. И там есть функция в скрипте. Автофарм, то есть, либо автофарм, либо убийство босса. То есть, автоубийство босса. Не помню, как там функция называется, но как-то так. Вот. И вот с помощью того скрипта вы сможете получить на 13 тысяч монет, вот как я, то есть конфет, извиняюсь, как я получил примерно где-то за, ну, минут 30, даже меньше. Единственное, только придется перезаходить вам на сервера, чтобы, получается, искать вот этого босса хэллоуинского. Вот. Короче, смотрите, если полностью вы его в соло убьете, то есть один, вы получите около 10 тысяч монет. То есть, блин, какие монеты? Конфеты. Извиняюсь. Что-то, блин, путаю с монетами, не знаю почему, ну ладно. Вот. Получается, если с вами еще будут кто-то убивать босса, помогать вам, то вы получите в 2 раза или в 3 раза даже меньше. То есть где-то 3-5 тысяч. Где-то так. А если весь сервер будет убивать, то вы получите около 1000 конфет. Вот. Так что, если вам понравился этот скрипт, можете использовать, ссылочка будет в описании на автофарм конфет. Вот. И также все-таки я вам советую лучше использовать прошлый скрипт, который был в видеоролике, на автоматическое убийство босса, потому что вы с босса больше всего получите конфет. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Эйзбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.